Сегодняшняя тема. В социальных сетях существуют разводки подобного рода, ребенку срочно нужна кровь такой-то группы, позвоните по этому номеру, чтобы узнать, куда и как сдавать. Вы звоните и с вашего мобильного счета снимается определенная сумма. Не попадайтесь на подобные уловки. Предупреждает фонд. Где сдать кровь в Петербурге, узнайте здесь, чтобы не попасться на удочку мошенников. Нужно помнить, что в правильном сообщении о поиске доноров должен быть указан адрес отделения или станции переливания крови, куда нужно прийти сдавать кровь, требуемая группа крови и резус-фактор, фамилия человека, для которого требуется кровь, название больницы и отделения. Это не секрет и тайна, поэтому созваниваться с родственниками пациента при этом совсем не обязательно. Что делать, если в больнице требуют деньги за донорскую кровь? Читайте здесь. Будь здоров и подписывайся на наш канал.